Чемпионат России, мужчины, первый финальный забег, 1500 метров. Мужчины, я не заметил, всего 8 лет, а сейчас на дистанции первой. Передан конечно. Ну, Сергею Субботчеву это очень понравилось. Темп. Здесь идет не борьба за победу в забеге, а борьба за максимальную шестую позицию, победу на 3000 метров. Алексей Шумков. Удмуртская республика 463, Евгений Миронов, Удмуртская область 529, Руслан Зарицкий, Тульская область 501 номер, Кирилл Горкунов, Сергей Субботчев бежит. Юрий Мазинчук, Воронежская область 47 секунд. Вячеслав Лялин, Кировская область, Москва. Большинство, видимо, ребят не нужен. Задача поставить. Для того, чтобы получить очки, нужно пробежать по кандидату в мастера спорта. А это сегодня 3:56.74. Волгоградская область номер 337. Это же первый совет. Лучший результат сезона. Алексей Попов. Воронежская область 3:44.18. Но сюда в Москву не приехал. 61.9. Алексей Попов в Москву не приехал, к пятерке подъедет. Сейчас он где-то в метро едет, добирается. Шестьсот метров пробежали ребята. Как сказала бы Ольга Михайловна Богословская, ни шатка, ни валка. Сейчас будет половина дистанции, через 50 метров. Время ответа 600 метров. Дарья Нетвайкина с результатом 13,25 сантиметров. Три попытки улучшила свой сезонный результат. Отметка 400 метров. Евгений Миронов. 2,05. Номер 529 тянет свой завод. Ну вот Илья Змазнев что-то устал, видимо, после тройки. Побежал бы интересно. Пробежать должен побыстрее, чем финишировал на тройке. Не устраивает Вильдана, конечно. И он выходит вперед. Да, Вильдан. Так-то сбегал быстро троечку. Не знаю, почему он не побежал тройку и решил стартовать на полторашке. Две 37 тысяч метров. 2:36.5 секунды. 1000 метров лидера. Руслан Галяшин. А, это Руслан или Вильдан? Республика Башкортостан. Ну, вот ребятки продолжают бежать пилотоном. Сейчас Илья Змазнев, наверное, постарается набежать 350 метров до финиша. Да, вон Илья пошел с 8-й позиции. Вылазит, сразу же обгоняет двух участников. Сейчас 300 метров, может быть, и выдаст. Вот сразу же всех четверых собирает. Вот отдохнул. И сейчас красивым финишем, фееричным, наверное, победит в этом забеге. Нет, Вильдан быстро финиширует, я думаю, что не получится. 3:23.5 за круг. Вильдан Гадельшин. Вильдан Гадельшин побеждает. Выигрывает первый финальный заряд. 53:21.